В американском штате Теннесси восстанавливают электроснабжение. В районах, пострадавших от шторма, разрушены здания, перевернуты автомобили. Без света больше 40 тысяч домов. Американский Красный Крест открыл несколько приютов в местных школах для людей, оставшихся без жилья. Напомню, шторм обрушился на округа Нэшвилл и Монтгомери в воскресенье. Скорость ветра достигала 240 км в час. Известно о 6 погибших.